не надо, да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться б до тебя. Лежу я, короче, в постельке. Смотрю футбол. Кого не трогаю. Ну, то, что постель, как бы, понятно, да? Показываю. И тут вдруг ко мне в окно врывается, кто бы вы подумали? Башня Халифы, собственной персоной. Это что ж получается, что я, лежа в кровати, сплю с видом на Бурдж-Халифу? Так и да, Бурдж-Халифа. А вчера я просыпался еще в Одессе. Прекрасный вид из кровати, не правда ли, друзья? Попробуйте, вам того же желаю. Чтобы вид не хуже из окошка. Не Колыму, видать, немножко, а из нашего окна Бурдж-Халифочка видна. Это Дубай, детка.